ебануто, что ли? Кого это он? Не знаю. Он мужика сзади, который. Личный синоптик обещает переменную облачность и вероятность небольших дождей. Температура воздуха днем около плюс 24. Дмитрий Белинский, служба информации. Радио Спорт. Бля. Ох, хорошо тут. Ёлки-палки. Я думаю, что тут 2-3. Ёпта! Твою мать, блядь! Нихуя себе, блядь! Как стеклышко румянен, русский батюшка Мороз, и не на бровях.